Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень простое блюдо и очень вкусное. Подойдет для рождественского стола. А готовить мы будем курицу, запеченную в пакете в духовке. Курочка получается очень сочная, очень ароматная. Весь сок остается внутри пакета и пропитывает мясо курицы. Очень советую ее приготовить. Для этого мы берем курицу, смотрим, сколько она весит. Если она весит 2 килограмма, то и готовить мы ее будем ровно 2 часа в духовом шкафу, разогретом до 200 градусов. Также нам понадобится пакет для запекания, любой с клипсами, или можно просто очень плотно его завязать. Соль. Соли я беру чайную ложку. Черный перчик, чайную ложечку. Красная паприка, чайную ложку. И приправку карри. Приправа карри очень подходит к курице. Конечно, набор специй вы можете взять по своему желанию. От этого сам процесс запекания никак не изменится, и курица все равно получится потрясающе вкусной. Обязательно выдавлю сюда 5-6 зубчиков чесночка. Затем перемешаю все специи в тарелочке и натру нашу курицу и сверху, и снутри. Но прежде чем натереть, ее нужно вымыть, так как куры идут практически не почищенными. Поэтому раскрываем курицу, наливаем в нее воды и пальчиками промываем, достаем внутренности. Специи перемешиваем, никакого масла, майонеза добавлять не нужно. Курица сама даст сок и жир. Натираем прямо вот такими сухими специями. Натираем от души. Чем больше специй, тем душистее будет курочка. А получившийся бульон в процессе приготовления можно будет использовать для подлива, например, к картофельному пюре. Вот так прямо внутри натираем, смазываем. Так как слой мяса толстый, специй должно хватить везде. Когда курицу смазали специями, подготавливаем пакет, укладываем его на чистый сухой противень. В него аккуратно кладем курицу. Собираем края, выпускаем воздух. Зажимаем клипсой или завязываем очень плотно. Теперь ставим нашу курицу в разогретый до 200 градусов духовой шкаф и готовим ее 2 часа. Я мешок никогда не протыкаю. В процессе приготовления можно вытащить противень и перевернуть аккуратно мешок с курицей для более ровного запекания. Вот такое чудо-красота у нас получилось. А теперь вы можете сервировать ее по вашему желанию. Приятного вам аппетита! С праздниками вас, дорогие друзья! Подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши комментарии, готовьте просто и вкусно для себя и ваших любимых. До новых встреч!